Обратите внимание, желтый цвет. Я вся в желтом. На модели номер один юбка желтого цвета. Это юбка-карандаш, сильно зауженная коленем. И сверху топ. Вообще, на самом деле, все говорят, топ – это что-то на коротких, что-то без рукава, что-то на тонких лямочках. Совершенно нет. Топ – это все, что сверху. Топ бывает с длинными рукавами, с короткими рукавами, без рукава, на всевозможных лямках. Это все называется топ. Поэтому сверху у нас топ в сетку. Это одна из модных тенденций именно этого сезона. Сетка, сетчатая ткань, почему именно черного цвета. В данном сочетании с вышивкой, с всевозможной расшивкой. И обратите внимание на обувь. Высокая, такая достаточно массивная платформа, да? Танкетка даже можно. Танкетка, да. Танкетка. И широкие ремешки на босоножках. Это то, что модно именно в этом сезоне. То есть сочетание такой тонкости, прозрачности сетки и достаточно грубой, массивной обуви. И если говорить про цвета, желтый цвет, вы уже поняли, да? То есть когда собирали образы, когда я собирала образы, я понимала, что вот будет такой я в желтом, не обязательно модель будет желтая, потому что действительно модно. Итак, образ 2. Укороченные яркого цвета брюки, ну в данном случае совпало, положили подряд желтый, но это может быть васильковый. Это может быть ярко-зеленый цвет, это может быть красный цвет, какой угодно. Обратите внимание на сандали. Опять-таки, достаточно грубые, с крупными пряжками, с широкими черными ремешками. И сверху любой топ, любая футболка, любая майка, да, с каким-то необычным принтом. Замечательно, если сзади будет V-образный вырез, как в данной модели. Очень удобный комплект на каждый день. Летом, когда жарко, когда... А? Хочется выглядеть свежо, но при этом одетый удобно. Кто активно сказал? И удобно. На мой взгляд, очень комфортный, можно сказать, лук. Да? Причем он подходит как молодым девушкам, так и молодым женщинам. То есть это одежда без возраста, что на самом деле замечательно. Итак, третий образ. А мы не стесняемся, дарим аплодисменты всем образом. Да, это точно. О, посмотрите, какая красота. Во-первых, анималистический принт. Анималистический принт – это любые птички, животные, бабочки, насекомые, гусеницы, все, что хотите. В данном случае это белые лебеди. Этим летом очень модно укороченные топы. Да? Топ с юбкой-карандаш, который на завышенной талии. И обувь именно на плоском каблуке. В данном случае такие лаковые баретки или лаковые мягкие полуботинки женские. И клатч. То есть, на самом деле, в моде сейчас присутствует такой стиль, который называется норм-кор. Это когда все очень просто, ничего лишнего. Вот в данном случае достаточно простой подход к комплекту, но комплект очень сексуальный. Да? То есть, сочетание и несочетание. Вот, казалось бы, то есть пару сезонов назад мы бы сюда надели туфли на каблуке, на шпильке, потому что это казалось бы уместно. Если говорить про моду именно этого сезона, то, конечно же, это вот такая мягкая, в стиле casual обувь, немножко напоминающие мужские ботинки. Можно еще продефинировать, показать красивый комплект, модный. И ярко-васильковый синий цвет, еще один из самых модных цветов этого летнего сезона. Красавица. Если вам нравится, вы можете аплодировать, не замирайте. Следующая модель. О! Ярко-васильковый цвет, яркий синий цвет и, конечно же, комбинезон. На самом деле, это лето, тот, кто хочет быть модным, обязательно должен себе приобрести комбинезон. Это может быть яркий цвет, это может быть черный цвет, какой угодно. Обратите внимание, обувь, сочетание тонких и широких ремешков. В данном случае можно было, конечно, с этим комбинезоном надеть кроссовки или какую-то спортивную обувь, потому что это сейчас актуально. Но я решила, что... Такой немножко вечерний у нас выход, да, немножко выходной. При этом вы меняете обувь на балетки, на кроссовки, и это становится повседневной обычной вещью. Обратите внимание на маленький клатч, очень женственный, да. А сзади у нас есть, подойдите, пожалуйста, ко мне, украшение надели. Да, надели, но оно спряталось у нас куда-то. Сейчас мы перекрутим. Или это ваше?
Это ваше. Нет, ну да, украшения нет, ничего страшного. Еще продефилируйте один раз. Очень женственно, очень мило, да. Пожалуйста, ваши аплодисменты. И этот легкий трикотаж, в принципе, это удобно, потому что просадится практически на любую фигуру. Да? Следующая модель. О, черно-белая классика. Итак, одно из модных направлений этого сезона – это спортшит. Верхний топ с длинными рукавами в сочетании с белой контрастной вставкой по рукаву. Обычные зауженные брюки, практически слим или брюки-дудочки. И сандали, опять-таки, с крупными широкими ремнями и с крупными стразами. Сочетание немножко таких восточных мотивов, потому что все-таки стразы – это некий такой восток, гламур и спорта. Да? Сочетание несочетаемого – это то, что модно и актуально. И очень удобно. В тот же момент это остро модно. Не стоим, ходим. Пусть все наслаждаются и смотрят, как вы выглядите. Можно поддержать модель или ваши аплодисменты? Понятно, что черно-белый – это всегда актуально, но просто бывают сезоны, когда это еще и… Ну, черно-белый – это классика, но вот именно в этом сезоне это модно, действительно модно. Следующий выход. Также одной из тенденций этого лета являются открытые плечи. Сейчас мы так раз, чтобы всем было видно. Два. Хорошо. Платье укороченное, выше колена, с расширяющейся юбкой, сочетание белого и черного и контрастного яркого туфля. И контрастного яркого цвета туфли, простите, красного. Честно вам скажу, у меня была дилемма. Выбрать вот эти туфли или все-таки надеть черные с белым кроссовки. Потому что черные с белым кроссовки – такая провокация, и это смотрится очень-очень актуально. Но я понимала, что для большинства будет интереснее посмотреть, как же можно выйти в этом образе, как его можно представить для вечера, для какого-то праздника, мероприятия, и, конечно же, больше подходят туфли. Хотя для самых смелых модниц я рекомендую черные с белым кроссовки. Ходим. Итак, следующий образ. Смотрите, какая нежная девушка у нас на подиуме. Практически все дизайнеры в этом сезоне предложили приобрести юбку длиной миди. Да, очень опасная длина, это на ладонь длиннее колена, но в тот же момент это модный силуэт. Расширенная юбка длиной миди. В данном случае я выбрала нежно-голубого цвета в сочетании с классической белой рубашкой с укороченным рукавом, подходящие аксессуары и белые туфли, классические белые лодочки в сочетании с необычным платьем. Необычным тем, что у него присутствует такая плетеная фактура. Не прячьтесь, не прячьтесь, вас там никто не видит. Давайте вот сюда, чтобы вас все рассмотрели. Это очень женственно, и так можно пойти в институт, в университет, куда угодно, так можно пойти на работу в офис, так можно встретиться и пойти потом в гости кому-то, так можно вечером отмечать какое-то мероприятие приятное, может быть, не вечернее, но в тот же момент праздничное. То есть это достаточно универсальный образ. Единственный момент, такую юбку, конечно же, нужно носить обязательно с обувью на каблуках. Молодцы, уже даже расспросить не нужно. Следующий образ, пожалуйста. Прошу. Итак, что же модного в этом комплекте? Обратите внимание на ширину брюк. Это практически, ну, юбка-брюки. Очень-очень-очень широкие брюки. В этом сезоне, если говорить про брюки, модно прямые со стрелкой, длинные. Модно брюки-клёш. И модно вот такие сильно расширенные брюки. Контрастное сочетание черного, ярко-зеленого. Посмотрите, какую модель, какое красивое украшение на шее. Крупный, широкий ошейник. В тот же момент клатч с необычной золотой отделкой. И я приподниму сандали, тоже достаточно грубыми ремешками. То есть сразу несколько тенденций в одном образе. И необычная черная завязка. Вы знаете, на самом деле смотрится очень по-вечернему. То есть не классически по-вечернему, а именно современно. По летнему, по вечернему, так куда угодно. На какое-то вечернее мероприятие, на свадьбу к подруге, к друзьям, на какую-то вечеринку. Сдержанно и очень красиво. Как вам? А
одобряете? Еще разок, и можете уходить. Действительно красивый образ. Обратите внимание, уже на нескольких моделях на спине V-образный вырез. Это тоже одна из модных тенденций. Следующий образ. Летящие платья в пол. Скоро пора выпускных, скоро пора балов, летних свадеб. Вот, например, в чем пойти на свадьбу к любимой подруге, пожалуйста, или на день рождения к друзьям. Во-первых, горошек – это модно и актуально, это модный принт. Во-вторых, длинное в пол платье с акцентом на талии, но в тот же момент с летящим силуэтом. Ярко-васильковый цвет и, конечно же, присутствие белого, потому что в этом сезоне невозможно себе представить модницу, которая не носит на себе белый цвет. То есть несколько тенденций. И очень романтичный, там вас никто не видит, очень романтичный круглый воротничок, да? Красивое, нежное, женственное платье. Длина максимум. С акцентом на талии. Красиво. И туфли белые классические на высокой шпильке. Потому что в таком платье нужно держать спину, нужно иметь определенную осанку, походку. Конечно же, должна быть обувь на высоком каблуке. Следующий выход модели. О, вот тут очень интересно. Вы знаете, на самом деле в каждом сезоне модная клетка. Да? Такая, разные тартаны, красная, черная, белая, зеленая. Именно в этом сезоне, обратите внимание, видно всем, я думаю, это клетка виши. Не уходите, моя дорогая, мы вас рассматриваем. Это клетка виши, то есть мелкая, да, мелкие квадратики, белые и черные. Именно такая. Она может быть синяя с белым, она может голубая с белым, может розовая с белым. Называется она виши, смотрится совершенно нежно, изумительно, причем неважно, сколько вам лет, 15 или 35. Очень модная вещь. То есть, если вы хотите купить что-то одно, вот запросто покупаете такой топ, белые брюки. Я думаю, есть практически у каждой. Если нет, можно и купить белые брюки. И кроссовки, да? То есть, кроссовки – это та обувь, которую сейчас носят в повседневной жизни. Носят пока самые смелые молодые люди, но уже на самом деле нередко можно встретить девушку в платье и в кроссовках. И это допустимо. Современная мода это разрешает. Я понимаю, что для многих из вас, возможно, это удивительно, но надо привыкать. Мода, она такая девушка капризная. Знаете, она диктует свои условия, ни с кем не считается. Следующая, пожалуйста, модель. Блеск. Еще одна из модных тенденций этого летнего сезона. Вещи с блеском, вещи с металлическим блеском, с отливом, переливом, как угодно говорите. В данном случае сочетание серебристого и черного. Конечно же, это вечер, конечно же, это дискотека, это праздник, конечно же, это не на каждый день. В сочетании с босоножками, достаточно грубыми, широкими переплетениями. Идите к нам. С грубыми широкими переплетениями, но, как вы уже поняли, это модная актуальная обувь. Практически во всех образах она присутствует. Хотите? И крупное колье, сочетание пластика и такого, скажем, трикотажного плетения, поверните, пожалуйста, да, сочетание пластика и трикотажа. Очень необычно. Для вечера идеальный комплект, супер модный. Ваши аплодисменты. Следующий, пожалуйста. О, спорт и мир. На самом деле это современный стиль casual. Во-первых, свитшот очень модный. Во-вторых, принт-цифры. В-третьих, всевозможная живопись, да, историческая живопись. Брюки в клеточку, это не виши, но почти виши. Белые кеды и совершенно симпатичный черный рюкзак с золотой цепочкой. Походите, пусть вас рассмотрят. То есть, если говорить про другие сезоны, там можно было бы надеть джинсы, например, да? Но это достаточно классически понятно. Черные зауженные брюки тоже понятно. Я решила сделать такой экспериментальный вариант, чтобы показать вам, что мода эклектика, да, сочетание вот необычного принта, достаточно классического, с вот таким ультрамодным свитшотом. Красиво, стильно, современно, актуально. И кеды, можно кроссовки. Но кеды белые лучше.
Следующий, пожалуйста. О! Вы знаете, цветы на самом деле модно каждое лето, каждый сезон. Но именно этим летом актуальны красные цветы. Да, вот если выбирать из тех оттенков, то красные цветы самые модные. Очень моден и актуален дым. Поэтому в этом образе сочетаются и сложные оттенки. Приглушенно-красного цвета цветы на этом жакете, да? Сумка желтая в сочетании с ярко цветом фуксия, джинсы, внутри топ с принтом и желтые сандали. Очень сложно, очень необычно, стиль casual на каждый день, супер модно. Нравится? Достаточно смело, но согласитесь, красиво. Можем следующую модель к нам выходить. Летящие платья. Но какое же лето без летящих красивых платьев? В сочетании с черной тонкой отделкой. Нежная, бежевого цвета. Сзади очень сексуальная. Сейчас вы видите, смотрите, какой корсет сзади черный, да? Очень красивая. Опять-таки асилуэт, то есть талия подчеркнута и пышная летящая юбка снизу. Пройдитесь, пусть вас рассмотрят. И в данном случае босоножки с открытыми пальчиками. Но обувь может быть и классические туфли на шпильке, и вот такие босоножки открытые, это уже на ваше усмотрение. Очень нежный женственный образ, наверное, все-таки для какого-то отдыха, для какого-то такого яркого, приятного мероприятия. Следующая модель, пожалуйста. О, деним. Понятно, что деним моден всегда, то есть мы джинсы носили, носим и будем носить. Но именно в этом сезоне модно, чтобы это был практически total look. То есть total look сверху донизу сплошные джинсы. В данном случае укороченные брюки, для тех, кто хорошо видит, обратите внимание, мелкий-мелкий горошек. Куртка, слегка потертая, внутри модный топ с ярким принтом. Кроссовки. И вы супермодная. Так можно ходить каждый день, куда угодно. То есть если вы работник креативного труда, так можно даже ходить на работу. Я вас не вижу, где вы там прячетесь за моей спиной, не бойтесь. Сейчас все модели, заметили, такие скромные, их все время тянет туда к стеночке. Мы хотим вас рассмотреть. Обратите внимание на браслеты, очень красивые сочетания, опять-таки, цвета джинсы. Голубой джинсы и вот такой вот темный переливчатый джинсы. Необычно. Ну, еще туда, обратно, и аплодисменты ждут вас. Следующий образ есть у нас? Есть. О. Отлично. Замша. Еще. Как я уже говорю, еще одна новая тенденция. Тенденция существует за один сезон порядка 25-30 остро-остро-острых модных. Так вот, замша – это хит этого лета. Смешной мультяшный принт в данном случае это Микки Маус. Рваные джинсы, потому что джинсы актуально модно. Повернитесь теперь немножко боком и посмотрим на вашу обувь. Видите, на устойчивом широком каблуке босоножки, да, с достаточно широкой перепонкой. И сумка с клепками. Красивое, легкое сочетание на каждый день. То есть, если вдруг похолодает, запросто. Вот так вот можно. Конечно, пусть будет солнце, лето и тепло, но вот так вот можно запросто на каждый день. Например, уникальность вот этой вот вещи заключается в том, сейчас, что вы можете так отпустить длинную руку. Можно так, можно так, многофункционально. Мне даже, например, вот так чуть больше нравится, да, хотя с поднятым рукавом смотрится стильно и современно и свежо. Спасибо. Еще какой у нас образ есть? О, пляж. Ну куда же без этого? Лето мы все ждем пляж. Да, все ждем солнца, все хотим загорать. Обратите внимание на принт, на купальники. Фрукты. Потому что понятно, что каждый сезон появляются яркие, необычные купальники, яркие цвета. Но если говорить про это лето, это фрукты. Фрукты, ягоды, всевозможные смешные картинки. Это то, что модно и очень актуально. Красиво. Так, я думаю, что сейчас будет еще один купальник. Что-то мне подсказывает. Я права? Точно. Знаете, на самом деле, если говорить про модные принты,
не только среди купальников. В этом сезоне модна полоска, да? Разная по ширине, но вот тонкая полоска наиболее актуальна. Поэтому, конечно, я не могла не выбрать хотя бы купальник, чтобы показать вам, насколько это модно и достойно. Морская тема, полоска, не падаем, держимся. Симпатично, мне кажется, что очень симпатично и мило, правда? Аплодисменты. Ну что ж, сейчас, я думаю, у нас пройдут все участницы мини-показа, и вы поддержите их своими аплодисментами, а кому вы будете больше всего и громче всего хлопать, будет понятно, какой образ вам больше всего понравился. Прошу, девочки.